И всем привет! Наверное, не бывает такой жизни, чтобы не было в ней фейлов. И в аквапарках это не исключение. И это топ-7 фейлов в аквапарках. Большинство фейлов связано с домашними водными горками, ведь это самые не очень продуманные вещи, потому что как в аквапарке все обстоит гораздо лучше. На первом фейле пацан не рассчитал расположение бассейна, поэтому чмякнулся в грязь. Надеюсь, в следующий раз он будет рассчитывать гораздо лучше. А на шестом месте расположился такой неудачный фейл. Вроде все просчитали, все хорошо, там даже как в настоящем аквапарке, но мужик такой толстый, что разогнался до скорости света и успел прыгнуть на трамплине. Судя по двумя предыдущим местам, фейлы только происходят на домашних водных горках. Но все не так. Фейлы происходят и в аквапарках. Пацан пытался повыпендриваться перед друзьями, и вот результат его выпендривания. В этом фейле я даже не знаю, кто виноват. Девушка разогналась до очень большой скорости, чтоб мимо пролетела бассейн. Хотя, я даже не знаю. Может быть, бассейн был не там расположен. Или... А в данном фейле все хорошо, все рассчитано, но виноват тот, кто скатывался. Хотел повыпендриваться и прокатился на доске. И вот что получилось. Гигантский взрыв и болящая спина на несколько минут. А в данном фейле виновата не девушка, не круг, а само течение и сама горка. Вот такие дела. She's a missile. She went really good. Этот фейл без комментариев.